Река Кигач. Село Байбек. Едем на ту сторону. Здесь прет вобла. Астраханская. Были уже 2 дня подряд. Ну, за день килограмм по 30 брали. Сегодня крайняя рыбалка. Завтра домой. Моя машинка. Это мы сейчас на пароме. Ждем, когда загрузится паром. Была понтонная переправа. Что-то ее просрали. Или дом, по-моему, ее задавило. Вот сейчас частный паром. Вот этот паром был. Его тоже что-то не ремонтировали. И он пошел ко дну. Как-то так. Вот уже люди там сидят. То есть смотреть. Полный берег. Битком. А туда дальше мы сейчас пойдем, вон за ту косу. Там спина к спине стоишь. Плечо, плечом к плечу, вот так лучше сказать. Так, вот там уже граница. По-моему, с Казахстаном. Вот где высоковольтка. Ее, наверное, не видно. Вот она. Там уже по высоковольтке идет граница. Здесь ходят погранцы, проверяют все пропуска, чтобы пропуска были специальные и обязательно паспорта. Ну, как-то так. Река Кигач. Красноярский. Округ, или как-то называется, сельсовет. Вот мы сюда забрели. Сегодня у нас 21 апреля, чистый четверг. Всех с праздником и с наступающей Пасхой. Пока-пока.